Тут є багато тверджень, що, ймовірно, вже потім давно помер, про це багато говорять люди з різних галузей, причому і експерти, і гадалки, і тарологи, тому насправді тут цікава історія. Ми, до речі, з вами обов'язково повернемось ще до того, які є двійники в Путіна, і, власне, як він з'являвся на публіці впродовж року, і чи це був він. А зараз я про таке вас запитала. Американський психіатр, професор Каліфорнійського університету Джеймс Феллон влітку 22-го року озвучив свій діагноз Путіну. Він був такий: Путін – психопат з ознаками садиста, що втрачає над собою контроль. Чи погоджуєтесь ви з таким твердженням психіатра, цитата якого реально розлетілася у ЗМІ впродовж року? Да, более того, я об этом говорил еще с 2015 года. Я не психиатр, я психолог, но психопатия, я ее тогда трактовал как социопатию. То есть социопат – это один из подразделов психопатии, который отличается именно социальной направленностью этой патии. Да, Путин действительно психопат, и он действительно агрессивный, и он действительно слабо контролируемый. Исходя, почему я могу утверждать, что он слабо контролируемый, у меня есть информация из совершенно разных источников о том, что периодически Путин теряет над собой контроль. Там он разбил у себя ванную комнату полностью после того, как ему доложили об одном из не очень успешных действий на фронтах. Путин показал свою психопатию, когда 23 числа он унижал Нарышкина, главу службы внешней разведки Российской Федерации, перед трибуной, что бедный, я удивился, почему там Нарышкин не обмочился со страху, в общем, загнал в угол совершенно человека. Поэтому да, я поддерживаю, более того, я абсолютно согласен, но это касается бункерного, а остальные этому диагнозу не соответствуют. Ось цей бункерний дід, якщо такий діагноз дійсно ймовірний, і швидше за все це правда, через що це? Багато психологів пояснюють певними травмами з дитинства, але ж дуже багато людей є в світі, в яких є певні травми з дитинства. Але от до такого масштабного, до чого призвів Путін, такої масштабної біди, насправді це точно не кожна людина може призвести. В чому ще може бути проблема Путіна? Ну, во-первых, я знаю, по крайней мере, о двух детствах Путина. Одно детство официальное, там из российской глубинки, где мама была там домохозяйкой, папа был рабочим на заводе. И вторая история, которую нам подала одна из прибалтийских, по-моему, журналисток, это грузинский след. То, что в Грузии его воспитывал отчим, он там был совершенно один, поэтому он пошел заниматься спортом, дзюдо, поэтому он там стал защищать себя там, и так далее. То есть его вот такой далекий путь. Ну, на самом деле, с психоанализом сложно спорить. Я не психоаналитик, но действительно, вот садистические наклонности и социопатия, многие чаще всего, не говорю, что всегда, но чаще всего растут из детства. То есть, скорее всего, субъект, тот, который в бункере, он действительно получил какие-то воздействия на свою психику до юношеского возраста, и эти последствия потом дали свою компенсацию. То есть вот то, что происходит сейчас, и происходило с Грузией, происходило в Приднестровье, происходит в Украине, в Сирии и так далее, все, что производится с приказа Путина, это все реализация его компенсации. То есть это какие-то амбиции, которые были подавлены, и сейчас они находят выход. А страдают при этом совершенно ни при чем и невинные миллионы людей. Слухайте, от, а це лікується? Звісно, ми зацікавлені в тому, щоб це, звісно, не вилікувалося і призвело до швидшого кінця, але от просто цікаво, такі серйозні діагнози. Хтось міг би допомогти з цьому бункерному діду сьогодні загалом? Позвольте, я вам відповім із зоології. Хто такий соціопат? Вот представьте себе, это случай, который по всему миру распространен. В муравейниках водятся пауки, которые выглядят как муравей, пахнут как муравей и ведут себя как муравей. Муравьи их принимают за своих. Более того, они свои 8 ножек используют 6, а 2 ножек используют как усики, как муравьи. И вот этот паук, он живет в муравейнике, его никто не трогает, а он периодически поедает муравьев, поскольку хищник в нем никто не отменял. Вот можно ли такого паука излечить, чтобы он стал муравьем? Вот психопат, он точно такой же. То есть это человек,
который выглядит, ну, существо, которое выглядит как человек, внутри биологически как человек, но всех остальных он использует как инструмент для своих целей. Я считаю, мне еще не удавалось, с социопатами я сталкиваюсь со своей психотерапевтической практике, мне не удалось ни одного социопата вернуть на эту грешную землю. Можно немножко скорректировать, то есть закамуфлировать определенные его черты и выдвинуть другие, но это уже, грубо говоря, манипуляция, которая сути человека не меняет. Она просто делает так, чаще всего социопаты заканчивают свою жизнь в тюрьме, ну или в психиатрической клинике психопаты. Это делает просто так, что этот человек избежит наказания тюрьмой, но сути его это не меняет. Цікаво. Той самий, до речі, американський психіатр Джеймс Феллон, він сказав, що Путін володіє якостями не тільки типового психопата, а й злоякісного нарциса. От чи можна стверджувати, що Путін здатен навіть от такому стані натиснути ту ж саму червону кнопку, про яку часто говорять, розуміючи, що після цього йому буде удар відповідь і він помре? Чи дійсно ця людина себе настільки любить, що вона не буде робити ніяких зайвих кроків, розуміючи, що може померти, наприклад? Ну, во-первых, смерті він дуже сильно боїться. І це підчеркує ті столи, длиннющі, як футбольне поле, коли бункерний розмовляє з тим же генсеком ООН, з тим же Шойгу іноді і з Герасимовим. Там, по-моему, еще Макрон тоже приседал там на конце этого стола. Это говорит о том, вот когда то самое собрание Совета национальной безопасности 23 февраля, помните, зал, огромнейший зал, и ближайший к нему там сидел метров, наверное, на 30. То есть это делается для того, чтобы Путина случайно не заразили. Поскольку, ну, по многим источникам он болен, исходя из того, что когда настоящий Путин перемещается, за ним едет целая поликлиника врачей, там от 9 до 16, эти факты подтверждены. Вот первый факт, он не хочет сближения с людьми, чтобы не подцепить какую-то инфекцию. Кроме того, вы, наверное, слышали, есть факты, что для встречи с настоящим Путиным люди проходят двухнедельный карантин именно с этой целью. То есть он не хочет заболеть и умереть от инфекции, он не хочет вообще умереть, и поэтому за ним шатаются врачи. Более того, он же использует и шаманские практики многочисленные, там купание в этих рогах оленя, там муралов, да, настоев их рогов, сколько бедных животных замочили для того, чтобы создать эти ванны. Использовали практиков шаманов, то есть жить он хочет. Но он почему-то надеется, что бункер его спасет. А вот человеческие жизни его вообще не интересуют. И вы помните, я, когда начинал свое изучение этого субъекта, я начал это все с фильма «Миропорядок» Соловьева, «Новый миропорядок» с Путиным в главной роли. И вот там он сказал такую фразу, что они все подохнут, а мы попадем в рай. И этот мир без России, он не нужен никому. Да, но там надо было читать не без России, а без Путина. Этот мир никому не нужен. То есть, отправить этот мир в гиену огненную он сможет легко, без какой-либо совести. Но жить он надеется, что он выживет. Я не знаю, что там за бункер у него такой, что он думает, что он непробиваемый. Или их там настолько много, что он думает, что никто не узнает, что он в этом бункере сидит. Не знаю. Вот. Да, от него можно ожидать все, что угодно. Но если бы он не боялся смерти, он был бы на публике. Он панически не хочет выходить на публику. Вспоминайте сюжет, когда это лет 5-7 назад, его в Петербург привезли, чтобы он посмотрел, и где спортзал, где он занимался. И там единственный, кто встретился на километры рядом с ним, это голубь. Там даже мемы ходили, как этот голубь ему честь отдает воинскую. То есть Путин не хочет сближаться с людьми. И вот эти все ряженые, которые чаще всего с Путиным, причем повторяются, где бы он ни встречался, на заводе, в лесу с моряками, еще с кем-то, это все одни и те же люди, только переодетые.